режиссер, политолог, доцент, кандидат политических наук. Родился в Ленинграде в 1951 году. В 1976 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени Бонч-Бруевича. В 1982 году режиссерский факультет Ленинградского института культуры имени Крупской. В 1993 году окончил дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел России. В 1996 аспирантуру при этой академии. Работал инженером, директором колонии для малолетних, директором подросткового клуба «Ленинградец». Сотрудничал в качестве корреспондента и ведущего с ленинградским телевидением. С 1977 года редактор, корреспондент, комментатор, главный выпускающий, главный редактор программ Центрального телевидения Советского Союза. С 80-х годов автор и режиссер телемостов «Ленинград-Сиэтл», «Ленинград-Бостон». Корреспондент и ведущий телепрограмм «Адреса молодых», «Мир и молодежь», «12 этаж». Был специальным корреспондентом ЦТ в Афганистане, Нагорном Карабахе, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Югославии. С 87 по 90-е годы главный выпускающий и ведущий программы «Взгляд». С 91 года как журналист лишен работы на федеральном телевидении. Был генеральным директором Союза эфирного и кабельного телевидения СССР, президентом Ассоциации независимых телекомпаний «Сибирь» и «Дальнего Востока». Основатель нескольких десятков региональных телекомпаний. Был политобозревателем и главным редактором телекомпании «Киновед». Автор ряда документальных фильмов. Вел и руководил телевизионными проектами на РЕН-ТВ и ТВЦ. Был автором и ведущим программ на радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге. С 90 по 93 год был депутатом Верховного Совета. Лауреат телевизионной премии «Эмми». Человек, который здесь борется с удавом, это работники «Взгляда». Значит, если мы этому бюрократически командному раздутому аппарату вот так не оторвем голову, то я считаю, трудно нам будет дальше жить. Василий Васильевич, да. Ну вот мы так уже 2,5 года, вот в такие вот перекошенные, напряженные. Ну, вот... А как вы думаете, долго вот мы так будем эту гидру-то? Ну, поскольку уже и у нее оторвана по существу голова-то. Ага. Осталось там только одни, значит, связки на позвоночнике. Значит, крах уже приближается. Когда идет дождь, когда в глаза свет, проходящих мимо машин и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за рулем, три века без сна заливают наши сердца серым дождем. И кажется, все по нулям, кислород и бензин, и с кем-то она. Но все-таки знай, ты не один, ты не один. Чтобы не зря прожить жизнь, надо посадить дерево, построить дом, родить ребенка. Я все это сделал. Но, ребята, для того, чтобы действительно прожить жизнь не зря, надо еще положить камень в основание храма. Ветви старых дорог. Будете отвечать за это, а мы на грани войны. Секундочку, а кто прольет кровь? Мы прольем вашу кровь, клянусь, клянусь своими детьми. Вашу кровь я пролью.